Всем привет! Продолжаю свой дневник Ахименесов. Прошел ровно месяц с посадки ризом. Давайте посмотрим, как они вымахали. Как я уже говорила, из 8 штук взошло 7. Только один остался пока еще маленьким. Которые взошли самые первые, у них уже хорошие две пары листьев. Уже и третья, посмотрите, начинает расти. Как только она чуть подрастет, я ее прищипну. Ну что, сниму следующее видео еще через недельку, как я буду их прищипывать.